Вот балдежник твой сын, Буся. Красота. Ой, балдежник. Как ему нравится, что мамочка ему и ручки лижет, и мордочку лижет, и все лижет. Какая красота. Просто сказка. Вам прям позавидовать можно, ребятки. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ру. Хорошенькие. Хорошенькие. Даже сфотографировала вас. А у нас потемнело. Так что на солнышке я так и не погуляла. У меня до сих пор... Привет, мои любимые. Добрый, прекрасный вечер. До сих пор мокрые волосы. Вот. Но в доме зато везде чистота и порядок. Все блестит. Все постирала, наубирала, начистила. Котяточек своих накормила. Блинчиков себе нафигачила. Наелась, намылась, все намыла, а на улице не гуляла. И даже сделала себе чай с молочком. Вот. Ладно. А еще у меня написался стих. Хочется вам его прочитать. Хорита спит, так что стих мой она не услышит. Лапки сложила. Одно ухо стоит, одно висит. Хорита, Хорита. Ладно, пусть спит. Не буду ее тревожить. Итак, мои любимые, стих. Как и обещала. Есть два пути. Любовь и страх. Бог по-арабски, то Аллах. Не воспеваю черного в стихах. Шайтан, то черный. Он, где страх. Я вас арабскому учу немного. Тари в арабском, то дорога. А шемес – это солнце, свет. И ничего прекрасней нет. В арабском «нагер» – то река. Она чиста и глубока. А «гауа» – ветер без границ. А «сауту» – голос райских птиц. Сказали мне твой стих как тост. А этот скажут, что букварь. Полет души моей так прост. Благодарю, ты не зевай. Ты так же можешь, как и я, делиться светом и добром. Мы все одна в любви семья. Мы танец жизни, вечный ом. И уже 52 моим друзьям нравится. Поставила вот такую вот штучку прекрасную. Поставила вот такую песню замечательную. 52 моим друзьям нравится. 17 человек мне что-то написало. И 3 человечка забрали мой стих себе. Вот Ирочка Стрелец, например, написала. Танцует танец каждый сам. Но мы единая семья. Мы все в движении одном, любви и радости живем. Спасибо, Иришечка. Сашенька Малютин поставил пальчик вверх. Людочка Косачева написала: Ирина, благодарю. Я ей ответила: во благо, Людочка. Любовь Боброва написала: красота. А Наталья, которая писала, что у меня стих как тост, написала: а этот стих как пожелание другу. Вот.
Светлана Киселева написала божественно. Эльвира Зайнулина прислала такую девочка-тетечку с пальчиком вверх. И Ирина Столбовская прислала кисоньку с сердечками. И вот столько всех, столько мне всего написали, мои любимые. Я вот зависаю. Или медитирую. Правда, не знаю. Тунзия. Я не могу с ней. Это не Тунзия, это что-то. Хритунзия. Хритунзия. Ну кто так лежит? Разве собаки так лежат? Ты ж не человек. А у Хоры еда вся сердечками. Вы видели, мои любимые? Нету ничего, кроме любви. Как мой статус ВКонтакте. Вот так вот. И этот так же, как Харита, лежит. Смотрите, лапы задрал. Странные у меня животные какие-то. Очеловеченные. Мне кто-то говорил не очеловечивай животных, но они же сами. Смотрите, как они лежат. Он лежит так же, как Хора. Вверх лапами. Вот такой котейка. Бусь. Ну и сын у тебя. Смешнючий вообще. И сегодня был шикардосный закат. Я его тоже не снимала. А там, смотрите, звезда. Дарю вам вечернюю звезду, мои любимые. Которую видно из Великого Новгорода. Всем волшебного вечера. Спасибо, что вы есть. Очень-очень-очень люблю вас. Красота.